Ну вот где-то 5-го звонил последний раз, а больше связи нет. Его телефон не отвечает там какой-то? Нет, не отвечает. Я ему тоже звоню, на сирийский номер не отвечает. 9-го он звонил. Саша, говорю, как дела? Мама говорит, плохо. Что такое? Что такое? Приеду, расскажу. Все. И все, мне связь оборвалась. Я в дурку послушал. Мой вообще не живой. Сказали, что его опознали по медальону. Ну вот как не верить? Страна же не признает, Путин же не признает это. Вот, вот спасибо ему. Вот скажите ему спасибо.